Такого массового финала сразу двух проектов давно не было. Более 20 участниц, несколько месяцев обучающих мастер-классов и просто приятных встреч. Проекты «Мамочка года» и «Идеальная женщина» завершились весело и душевно. Это у нас юбилейный сезон, 10-й сезон. В рамках 10-го юбилейного сезона мы дарим поездку в Диснейленд на всю семью, мама, папа и ребенок. Естественно, борьбы никакой не было. Сегодня совершенно случайным образом, генератором случайных чисел, мы разыграем поездку в рамках проекта «Мамочка года» и в рамках проекта «Идеальная женщина», поездку в Грецию. У каждой из участниц своя причина прийти на проект. Мы решили выиграть путевку в Диснейленд, пришли, собственно, сюда за ней. Ну, видимо, пришло время, что засиделись уже дома, хотелось что-то новое проверить для себя, для ребенка разнообразие. Что-то хотелось новенькое узнать про свои возможности, про возможности нашего города. В первую очередь хотелось, конечно, получить какие-то новые знания, навыки, стать идеальной женщиной. Очень интересная программа. Это позволяет женщинам сделать то, что не успевают сделать в жизни. Ну, во-первых, получить новые знания, ну, еще раз убедиться, что идеальная женщина. Внутреннее и внешнее преображение, мастер-классы и воркшопы, работа над своим мироощущением. С участницами проекта работали настоящие профессионалы своего дела. Мы с участницами «Мамочки года» провели урок классического танца, урок балета. Получили они у нас несколько советов по растяжке, на гибкость, на силу спины. Мы организовывали мастер-класс по робототехнике для мам. Сделали им интересную презентацию о лего, робототехнике. Мы занимались преображением участников «Идеальная женщина». Работали мы весело, с интересом, то есть девушкам понравилось. Мы все под большим впечатлением. «Мамочка года» – один из тех проектов, которые именно продвигают это направление. То есть девочки не сидят на месте, девочки развиваются. Хочется их поддержать, то есть дать им возможность стать лучше и быть лучше. Бонус в виде главного приза не так важен, как те эмоции и новые знания, которые получили прекрасные участницы проекта. Встряска была очень крутая. Это действительно очень здорово, это уверенность в себе. Новые возможности себе мы открываем. В ребенке, естественно. Ну и, вы знаете, в родной Челябинск как можно больше, еще побольше, скажем так. У меня семья как бы всегда меня поддерживает. Тут столько интересных людей, столько мам интересных. У меня проект оставил очень положительные эмоции, которые распространились на всю мою семью. Главный приз выбирали рандомно. Удача в этот день была на стороне Ирины Чадовой, которая в скором времени отправится отдыхать в Грецию, и Ульяны Аникеевой, которая до последнего отказывалась принимать подарок. Потому что меня зовут Ульяна Аникеева. Поэтому мы решили с мужем, что вот буквально сейчас мы стояли, переигрываем. Я говорю, да, конечно, переигрываем, но зал отказался, девочки отказались, сказали, что это честно, и спасибо им, конечно, за это огромное. Проект проектами, все классно, здорово, и бонус в виде приза, любого или два сразу, это идеально. Как показывает практика, участие в творческих проектах наполняет жизнь новыми эмоциями. А поскольку завершение одного всегда означает начало чего-то другого, в следующем году челябинцев ждет еще больше новых возможностей. Узнать о них можно в группе «Хочу в проект».